ходе работы с задержанными установлено их причастность к совершению ряда аналогичных преступлений на территории города Челябинска. В результате преступной деятельности подозреваемые причинили ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч рублей. По данному факту в отделах полиции Центральные и Курчатовские управления возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.